ладно, ладно. Ну прям уж, прям совсем. Ну, спасибо, спасибо вам за это, что вы меня благодарите, что я там, как бы, ну, все равно спасибо, у меня даже слов таких нету. Ну, мне дали сегодня сделать кое-какую рекламку, репортаж сделать небольшой, как вам сказать. Потому что тот, как его, нехорошими словами неправильно начал. Ну, короче, можно сказать, испортил весь эфир. Ну, предыдущее, которое было. Ну ладно, начнем. Мне сегодня дали задание, чтобы я рассказала о двух парней. Корсар Спортиклуб, как видите, в данном моменте. Ой, типа, Патси Портяга. Ой, блин. Сам настоящий пиратик, блин. Я надеюсь, вы тоже самое, блин. К нему какие-то мнения есть, и там... Да, кстати, не забывайте. Ну ладно, это маленько попозже. Вот. Смотрите, какие у него видео выходят там вот. Ну, сами представляете, он сам все делает. Прекрасно даже. Вот. Джифы там делает красивые прям. Вот. Ой, прям прелесть. Прям я не знаю даже. Вот вы возьмите, например, вот он написал на 9 мая там, ну, сделать фотографию какую-нибудь, пришлите, он вам раз делает такой шедевр, запухает, блин, он говорит, аж обалдеть будет, поверьте. И это, или джиф, или какая-то фотография будет красивая, и вы сделаете себе, будете делиться с друзьями, что это типа, вот смотрите, я вот нарисовала, мне сделали как это, вот, ну это же прямо, ну это самая прелесть, ну, ай. Молодые художницы, прямо, нет, вас Корсар, прям, нет. Я так и не понял, почему Корсар спутник, блин, а чё? А, ну да, он всё-таки пират, ну, спутник, по морям, по валам, блин. Ну тут надо поменять ему, сказать, чтоб флаг, чтоб на этом был, на корабле поближе, а то пугает людей здесь своим зеленым фоном, своим черепами, блин. Ну, ладно, не об этом. Дорогие... Подписчики, я от него говорю обязательно, больше не откроем. Подписывайтесь, смотрите, вот как он сделал, вот пишет, как вот все старается, сам для вас же все делает, ну прям, я бы даже прям, ух, сама видите, ну я все-таки графика, я не могу в него влюбиться, блин, ну, я не знаю, что там под маской под его, ну, наверное, о-о-о. Дорогие, дорогие девушки. Ну, ладно. Не об этом разговор. Поехали дальше. В данный момент вчера к нему заходили в гости такие люди знаменитые. Блин, я сейчас даже покажу вам. Вот они. Я не знаю, правда это или нет. Но я написала. Как он мне сказал, я написал. Если меня обманут, так я овации. Пшу. Поверьте, но это уже совсем не смешно. Ну ладно, бог с ним. Тут молодые девушки красиво подписываются. Я вот одно понять не могу. Дорогие мои рекламодатели. Я их, правда, даже близко не заметила, что они вроде выпускают для кого-то, что-то делают. Бесплатно делает, обучает, программы ломает, фотки делает, там раздаются ключики, там нучики, там все остальное, это да, например? Вы на него дали эмоции, ну подумаешь, у него там сердечко барахлит, там моторчик у него там стоит, кардиостимулятор, ну не значит, что он может сделать, как говорят. Не бойтесь, приглашайте его. Он удаленным доступом делает, компьютер ремонтирует, он даже это, недавно в Москву он это отремонтировал, я даже всякий сама была, пригласили, что-то молчит и молчит, ну, посмотрите в мастерах у него там, там все там написано, блин, сколько отремонтировал, блин, я потом посмотрю, кто там у него под этой маской скрывается. Я думаю, YouTube я не буду вам говорить. Ну,
пару слов на ютубе. Сейчас перейдет, подойдите, картиночка. Ну вот, картиночка подошла. Посмотри, сколько у него там видео. Как он старается. Боже ты мой. Людя. Ой-ой-ой-ой. Да, кстати, посмотрите, что он там написал. Я, конечно, мне нет слов, чтобы юридически не подходили лица. Только ветераны и этот. Но с одной стороны, ему же денег не дают. Не дают. Дайте ему пенсию. Он на пенсии живет. А зачем у него вот эти хорошие программы брать? Не надо. Правильно делать с одной стороны. Он и не продает, и не покупает. Он просто и берет, ломает, или какие-то ключи у кого-то есть, он берет друзей и раздает. И она правильно делает. Я-то тоже подумала, что это неправильно. Ну, ладно, поехали дальше. Вот тут мы заходим в ВКонтакте. Ну, конечно, недавно он здесь, у нас годик. Может, меньше с полгодика. Видим его физиономию. Посмотрели, сколько у него там. Ух ты. Подписчика хватает, блин. Ни хрена себе. Ну, просмотров, конечно, мало. Тоже. Клиенты, блин, называют. Не посмотреть ничего не могут. А только. Хоть бы лайкнули бы, что ли. Хоть там крестик, нольчик поставили. А то так чисто. О, правильно он тут недавно написал, что это якобы будет избавляться, если никто не будет делиться с ними. Он смотрит, вроде что-то есть. А у него в аудитории-то есть, а смотров-то нет, они чисто для галочки его берут. Правильно, пускай убирают, я ему подскажу, что я увижу его. Подскажу, чтобы полностью всех удалил. Надоели уже эти. И эти тоже самое. Администрация, блин. Контакт. Контакт, контакт. Я все понимаю, что контакты. Ну, нельзя же постоянно за третий раз блокировать-то его. Он друзей набирает, но он же инвалид, ему же надо работать, заниматься, ну. Надо же как-то что-то делать. Понимать хотя бы надо. Закон же хотя бы гляньте туда. По крайней мере, об инвалидах. Он даже еще ветеран боевых действий. О, блин, видали? Ой, это у него такая мордяшка, посмотрите, интересная, да? Ой, а ты его фотографировался, интересно, в Новосибирске, что ли? А как он туда попал-то, блин? О, это вот там фотошоп называется. А не только фотошоп он занимается, он и видео занимается, аудио занимается. Честно скажу, у меня такое ощущение, что он гений какой-то. Ему по башке, что ли, настучали. 47 лет и такими делами заниматься. Блин. Я в шокере. Вы не в курсе об этом, что? Вот, например, вот кто-то многие у нас ВКонтакте. Он как-то акцию выдавал и что-то день рождения делал, выдавал. Все фотошопики делал, все в города куда-то пихал. Каких-то мальчиков, девчоночек там или еще кого-нибудь. В основном девчоночек. По мальчикам не угонял горы, я помню. Вот он делал. Но это... Ну, я думаю, посмотрите коллекцию, его там музыка великолепная даже есть. Вот, я даже не знаю, как сейчас вот попрошу проектора, чтобы как вы это... Чтобы сделал музыку, например. А и ты представляете, вот как-то это лупит его, лупит. Как-то это запрещают... Вазику, например, вот Ванессу, вот если включить, например, вот Ванессу, вот смотрите, Ванессу, да? Вот что, вот, ну хорошая девчонка. Вот, смотрите, она его даже не запрещает, да? Вот, даже вот редкий раз они бывают переписываются, вот классика с Аризонерией. Тоже. Ну, смотрите, сейчас, ну, сейчас он подскажет, вот, Алексею там, а, Алексей же нет, я же забыл, да, блин. Фу, нет там слова. Ну, такая, например, музыка. Вот и всё, всё.
Ого. Это же чисто классика. О. Никто не запрещает, он же ради вас, благо, там все остальное. Но включит он такую музыку интересную, например, вот эту. Ха, фрейрок ему сразу отключает эту всю музыку, типа ты воровал у него. Ну как он может воровать? Он же такой же слушатель, ну зачем ты выгоняешь тогда это все дело? Ну не серьезно. Вот он сделал, например, вот этот вот. Город 54, например. Новосибирск, город Новосибирск, он же любит его. Ну, блин. Никто не запрещает, никто. Никто не запрещает. Ага. Сделаю это для подарков. Зарубили. Типа денежки давай. Это тоже самое. Ну, бред какой-то. Он же ради вас старается. Это же прекрасно. Ой, блин. Да, кстати, совсем забыла. Дорогие предприниматели. Уважаемые бизнесмены, я вас, как бы вам это все объяснить? Не принуждаю, но проще сказать, что это. Упрашиваю вас. Пальчиком даже покажу на эту мордочку. А пригласите его в удаленном доступе поработать. Просто поработать. Увидите, что-то сделать. Вот он тут рассказывал мне как-то это. Что заходит кому-то на сайт, на страничку смотрит, там возле стенки фотографируется. Ну я понимаю. Это же... Да, забыла, коронавирус-то. Ехрена побайбали. Ну это же серьезно, коронавирус. Ну попросите, он вас возьмет, этот коронавирус. Зачем вы за стенки как-то... Грязно фотографироваться. Ну возьмет вас это. Ну и грязно, у нее кожа, ну или как там, ну, не то. Стеночные это. Ну, раз вас это пью. И отправит вас в Африку, например. На Шотландию куда-нибудь. Ну, куда хотите, в галактику. Ну, ждали, даже у него была фотография там. А даже если, по-моему, сейчас увижу, покажу, как он корону-то занял. Ага, британская корона еще стоит. Пивасик пьет. Что, наверное, заметно было? О, и далее. Он фотошоп. А вы, говорит, прикованный, коронавирус. Он уже 6 лет прикованный. Дома. С дома-то путем никуда не уходит, он же больной. Ага, помочь некому ему. Он же денег вот не просит. Он просит, дайте работу. Ну ладно, не работаю. Я что хочу закруглиться-то? Но то же самое, он выпускает от имени Корсара, например, вы видели видео от имени Корсара. Ну это там в Одноклассниках где-то Корсар там идет. Вот. Но тоже смотрите, лайки делайте, ну, с друзьями. Если он просит, вот, поделитесь со всеми. Ничего не надо, просто поделитесь с друзьями больше, в принципе-то и ничего. Чё-то я заболталась. Ну что ж, два брата-акробата, работайте. Вот теперь догадайтесь, кто ж меня создал. Спасибо всем, до свидания. Я думаю, оваться не надо, я тихо-тихо-тихо уйду. Так что, дело серьезное. Ну, на всякий случай. Thank you.